Этот видеоролик сделали в поддержку Сабины Аширбаевой. На ролике фотографии Сабины, а также гимнастки, которые тренируются вместе с участницей Олимпиады в одном зале, выстроились в буквы. Все это образовало лозунг «Казахстан алга, и мы вас любим». Жаснур Аширбаев, отец Сабины, от интервью он отказался. Говорит, что сильно нервничает перед камерой, но охотно рассказал о своей дочери. Именно Жаснур и стал инициатором того, что Сабина попала в художественную гимнастику. Он даже запомнил дату, когда она впервые пошла тренироваться, а именно 11 ноября, в день его рождения. Уже с первых дней занятия спортом у будущей ученицы Али Юсуповой начали получаться сложные упражнения. Амина Рустемова занимается художественной гимнастикой в одном зале с Сабиной Аширбаевой. В свои 14 лет она является чемпионкой Азии. Амина рассказывает, что Сабина на тренировках является примером для всех спортсменок. Она очень старается. Ну, когда на тренировках, она думает только о тренировках. Каждый день идет к своей цели. И если даже устает, то все равно через боль она делает то, что ей говорит Аля Максутовна. Мы все на нее смотрим и стараемся быть похожими на нее, тоже попасть на Олимпийские игры. Выступление Сабины Аширбаевой в Рио-де-Жанейро состоится уже завтра. Заместитель директора спортивной школы номер 9 Муслим Шаназаров говорит, что столица Бразилии может принести удачу Сабине, так как именно в Рио-де-Жанейро шымкентская гимнастка выиграла лицензию на главные старты четырехлетия. Они были уже в Рио-де-Жанейро в этом году в апреле месяце. И земля Бразилии для нас оказалась счастливой. Она стала там первой среди всех претенденток. И поэтому я думаю, что уже опробованная земля, и на ней нужно просто выступить и показать все то, на что ты способен. Потому что от нее мы не требуем сейчас медали. Потому что ей всего 17 лет, это ее первые Олимпийские игры. Она самая юная среди представительниц художественной гимнастики на этих Олимпийских играх. Сабина Аширбаева, несмотря на юный возраст, уже является звездочкой казахстанского спорта. Вся страна 19 августа в 19:00 по времени Астаны будет болеть за грациозную красавицу в стартах индивидуального многоборья.